30 метров? Да, на трот прыгаешь. Друзья, ну вот реально 30 лет. 30 лет этот сделали вертолет. Фантастический контент. Полет на самодельном вертолете. Это вообще. Я случайно мимо проезжал. Вообще подробности не знаю, друзья. Даже не знаю, о чем разговаривать, потому что выяснилось, что это самодельный вертолет. Прям вот реально самодельный. Я всяко в жизни видел, но самодельных вот таких больших вертолетов, это прям вот для меня какой-то нонсенс. Ох, и вот сейчас его будут заводить, на нем летать. Попробую я задать какой-нибудь вопрос кому-нибудь, нашим коллегам. Это же могу стикрей подарить, пац? О, что, фантастика, ну ты не Лейманом, как вот. А кека ездари лайко? Не дал. 30-30 метров. 30-30? Нет, ты грей. Как сварикли сейчас? Как вы дышим сейчас? Ты? А, ты че, как шуке дали, но как... Ревершутенец, редуктор, корпусент. Сдвигу бас, рейк посещение, ты че не отпалитесь. Друзья, ну вот реально 30 лет. 30 лет этот... Сделали вертолет. Карьера Боинга полковник. Я вот грешным делом думаю, может мне машину переставить? Это же фантастика. Самодельный вертолет. Ну понятно, что запчасти от какого-то КА. Но все равно. И сейчас это полетит. Считайте, что это как будто видео в прямом эфире. Ой, самолеты, вертолеты. Это Гауновский аэроклуб. Ух, даже не верится, что это полетит. Но вполне может. Я прям, я в восхищении. Вот это лучший ракурс, наверное. Во! Трык-тык-тык-тык-тык. Да, это была прогазовочка на самом деле только пока, судя по всему. Ну теперь этот вертолет безопасен. Ой, вот эти лопасти, конечно, носятся. Ну, конечно, может и безопасен, но лопасть так несется лихо. По голове бах-бабах. И все, и винт вот этот вот. Чпунь-чпунь-чпунь-чпунь-чпунь-чпунь. Блин, это вообще такая летающая мясорубка, друзья. Ой. Да. Чего только люди не придумают. Он же реально самодельный. 30 лет работы. Фантастика. Видите, взлетать он пока не собирается, потому что у него даже дышло не отсоединено. Я-то думал, что он будет... Оп! Мы можем с лопастью вместе проехаться. Главное, что сзади нас лопасть не догнала. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Вот алюминиевые трубочки. Ну вообще... Вот эта машина. Огонь. Изготовитель вертолета дает интервью. Видите, целая команда режиссеров его берут. А я, видите, вам тайно все это дело снимаю. Контент огонь вам снимаю. Этот вертолет не взлетает в режиме весеннего. Его надо разогнаться. Сейчас мы посмотрим. Мне дико интересно, как эта штука взлетает. Даже в одноместном варианте. Вообще, конечно, странная машина, но прикольная. Я вообще не думал, что может самому такой большой вертолет сделать. Знаешь, что маленькие делают? Завелся, дракоша. Завелся.
камеру забыли включить. А, наверное. Контент огонь. Начинает движение. Поехал! Ну, в общем, такой полувертолет. Начал немножко с разбега взлетать. Ну, для большей надежности. Но летит же. Делает круг почета. Вау! Вот такая хрень! Да. Дракоша. Друзья, самодельный вертолет. По-настоящему самодельный. В английскую энциклопедию попал. Да? Да-да-да. Так, единственный вертолет пятиместный. Ага. Сделанный человек. Вообще огонь. Пятиместный самодельный вертолет. Чито Крито, Чито Маргарита. Ну красавец. Вот такая, друзья, потрясающая игрушка. Вообще удивительная. Рекорд книги Гиннесов. Единственный в мире пятиместный вертолет, построенный самодельный. Вообще огонь. Все, помчался я. Замерз как собака я на этих съемках, друзья. Уже, видите, одел тепленькую курточку. На шортики переодеть не успел. Сейчас я, друзья, уже с... Это мой третий полет на этом Жогасе. Чудесная погода. Видите, в шортах летим. Все как положено. Потому что в прошлый раз сказали, а че ж не в шортах? Ну вот пришлось. Ой. Вот, вот, чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Оп, 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 оп. Так, и. Скорость 70. Держу 70. Да, тангаж такой, конечно. Мама дорогая. Хе-хе-хе-хе-хей. Уже привычно. Босиком по небесам. Скорость растет. 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 Готовлюсь к отцепке. Йо! Оп. Йоху, греча. Ну, хоть надо сейчас поманеврировать, а то в прошлый раз, друзья, достаточно вяленько на нем пилотировал его. Слушайте, ну, вообще чума. Да. Слушайте, ну виражики прям на ручке очень послушный. Этот планер критиковали за то, что он слишком хорошо управляется для учебного. Ну не знаю. Он просто управляется силой мысли.
Офигеть! Вот наш внизу старт. Самолетики. Босиком по небесам. Потрясающее ощущение. Сейчас главное правильный расчет на посадку сделать. Я слишком быстро лечу, друзья. Я сейчас только что заметил, что лечу я на 70 км в час. Многовато. Ну, это параплан. По ощущениям от полета чистый параплан. Медленно, спокойно. Можно шишки считать на елках. О, опять я разогнался. Придерживает даже. Вот эта кромочка веса, наверное, срезает чуть-чуть потоки. И замечательнейшим образом меня придерживает. Так, надо же еще попытаться приземлиться поточнее. Нельзя опозориться, друзья. По елкам! Над елками! Где там люди снизу машут. Ну, как-то я, на мой взгляд, высоковато. Но зато какое легкое маневрирование можно устраивать. Ну, посмотрим. Целюсь в ворота. Ну, надо еще лететь, еще лететь, еще лететь, еще лететь, еще. Еще, 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 еще касание. Слушайте, ну касание как в перину, к бабушке в перину. Ой. Ну, тормозов-то нет. Ха, мастерство не пропьешь. Мне аплодируют, друзья, мои друзья. Ой, счастье. Почему мне нравится на этой штуке летать, а тут эхо есть? Удивительное дело, с фюзеляжа идет эхо. Может, даже вы слышите. Скажет, вот дурак. Томас, ну ты посмотри, какой я вообще молодец, да? Ну давай, ты меня похвали. Вот. Меня редко хвалят. Я перелетел, да. То есть я... Ну у меня все-таки... Не долетел. Да. А вот Игорь вот показал, как надо. Ну так ешь ты, я... Да. Круто!